Добрый день, дорогие друзья! В этом видео сегодня мы с вами будем подробно разбирать, как удалить программу с операционной системы Windows 10. Как вы знаете, оболочка Windows 10 совсем другая, не такая, как в семерке и восьмерке, и поэтому процесс удаления программы, он немножко отличается путем нахождения деинсталлятора, встроенного в Windows 10. И для этого нужно перейти курсором, навести на пуск, нажать правую кнопку мыши и перейти в параметры. Открыв параметры, нужно найти вкладку приложения. Открываем приложение и далее первая вкладка приложения и возможности. Откроется список программ, то есть так как на Windows 7. И здесь, естественно, все уже довольно-таки просто, можно удалить. То есть выбираем программу. Щелкаем, и у нас появляется активная кнопочка «Удалить». Нажимаем «Удалить», соглашаемся, запускается установщик, и установщик Windows сейчас выполнит удаление установленной программы. Ожидаем окончания процесса, и видите, удалилась эта программа с компьютера. Ну, конечно же, все продвинутые пользователи скажут, что это метод, он не все удаляет, то есть остается в реестре. Да, но я вам скажу, что, например, я как продвинутый пользователь довольно-таки часто пользуюсь именно встроенным деинсталлятором с Windows. Ну а те, кто хочет удалять из реестра, то есть полностью от мусора освободить, и чтобы не было в памяти процессов именно с этой программы, я вам советую деинсталлятор EOBIT Uninstall 9 Free. То есть он бесплатный, скачать вы можете на официальном сайте EOBIT. Он зарекомендовал себя довольно-таки с хорошей стороны. И с помощью деинсталлятора, который удаляет и также мусор, который оставляет после себя программы, установленные на компьютере, установив, скачав и установив, вы сможете спокойно удалять программы полностью, как вы это называете, со своего компьютера. На этом, дорогие друзья, у меня все. До следующих встреч.